Всем привет, уважаемые зрители и подписчики моего YouTube-канала, Яндекса, Дзен-канала, Ртуб-канала, моих остальных соцсетей, где вы смотрите данный видеоматериал. Всех, собственно, я приветствую. Если смотрите этот ролик на моем Дзен-канале, подписывайтесь, так вы меня очень сильно поддержите. Заранее вам спасибо. Перед началом ролика хочу вам рассказать о том, что в моей замечательной группе ВКонтакте, как всегда, проходит замечательный конкурс на вот такую вот игру «Партизан 1941». Судя по всему, идет речь про года. Как обычно, спасибо большое за спонсорство данного конкурса. Ссылка на мою группу ВКонтакте будет в описании под этим роликом. Народу участвует в моих конкурсах довольно-таки маловато, поэтому шанс довольно-таки высокий, поэтому залетаем, участвуем, шансы очень большие. Помимо игр и ключей для игр, мы разыгрываем еще и скины из игры CSGO. Поэтому желаю всем приятного просмотра и удачи в конкурсе! Лучший дешевый буст CSGO, конкурсы на скины CSGO и раздача ключей на игры, стримы по CSGO и различным другим играм. Если тебе это все интересно, залетай на мой YouTube канал или же на мой Twitch канал. В этом видеоролике я хочу сделать обзорчик на вот такой вот напиточек от бренда Бочкари Алтай. Любимая классика, напиток у нас Тархун. Люблю на самом деле Тархунчик. Очень вкусненький, кайфовенький. От этого бренда еще недавно, кстати, колу пробовал тоже. Тоже, в принципе, хорошая кола. Тархун — безалкогольный сильно газированный напиток на ароматизаторах. Собственно, российский напиток. Объем 0,45 литров. В стекле, кстати говоря. Прошу заметить, да? В стекле намного вкуснее, намного приятнее. Ну, хотя, не знаю, стекло и банка, наверное, равно по вкусу. Хотя, кто знает, кто знает. Это надо уже тестить, проверять. Бочкари. Бочкари, если не ошибаюсь, это какая-то деревня. Изготовитель. О, Бочкаревский пивоваренный завод. Алтайский край. Вот не пойму. Целинный район. С. Бочкари. С. Это что, село типа или нет? Давайте загуглим, в принципе. Потому что бренд вроде как нормальный. Село Бочкари. Ну да, это село. Это село. Я теперь это загуглил. Теперь я это все знаю. Ну, кстати, село такое, ничего себе. Село такое нормальное, я смотрю. Бочкари, оздоровительный комплекс есть даже. Я хочу вам сказать, что... Ничего себе там дома. Бочкари, ледовая арена... Ничего себе, нормально, нормально. Алтайский край. Село такое нормальное там, в Алтайском крае. Так. Покупал за 45 рублей. Где я покупал-то? Куда я заходил? В магните брал, 45 рублей стоит по скидке. Собственно, давайте пробовать, давайте открывать. Люблю Тархунчик. Еще бы его открыть. В магните напиточек лежал в холодильнике. Но когда я пришел домой, где-то на часик тоже закинул, но уже в морозилку. Поэтому напиток довольно-таки холодненький. Блин, легендарно. Это когда кола надоедает, совмещать можно Тархун, Байкал, Дюшес. Что там еще есть? Лимонад можно. Именно вот в таких бутылках. Даже же литровые есть, от Черноголовки той же самой. Блин, как вкусно, капец. Очень приятный напиток.
Обожаю. Просто кто Тархун придумал, дай бог ему здоровье, реально. Очень вкусный напиток. По сильной газированности, в принципе, могу согласиться. Я бы даже сказал, что-то между сильно газированным и средней газированностью, что-то между. Я бы не сказал, что прям сильно газированный напиток, но не сказал бы, что средний. Не, я пил напитки намного газированнее, чем этот. И на том напитке, я не помню, что за напиток, там было написано вроде бы среднегазированный, что ли. Или вообще просто газированный. Блин, обожаю эти стеклянные бутылки. Блин, она еще и закрывается. Не, ну это кайф. Это 100% оценка моя 5 из 5 данному напитку. Очень вкусный напиток, 100%. Отвечаю за свои слова. Респект, бочкари. Это получается... Вообще, наверное, компания. Правильно же ее так назвать? Компания. Потому что, судя по всему, у них в Алтае, у них там здания и комплексы всякие, и там еще какое-то оздоровительное что-то. И зал вроде что-то есть. Поэтому это, в принципе, большая такая компания. Поэтому однозначно респект ей, что такие продукты делают. За ее продукты. За ее продукты, которые я попробовал, Тархун сегодня и Кока-Кола. На этом, в принципе, все. Оценка, как я сказал, 5 из 5. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте ваши лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning.